Вон народ, это наш дом. Мы наконец приехали. Говорили, погода будет поганая и дождь. Ну, смотрите, как разгулялась. Покажу вам наш участок. Так, сегодня программа максимум, надо посеять салат, шпинат, редиску, вот, и еще заодно гладиолусы посадить. Это вот тут в коробочке. Они уже проросли. Смотрите, какие. Так что надо сажать. Вот. А так сейчас мы чайку с мамой попьем и вперед в бой. Тра-та-та-там. Так, народ, снимать буду, скорее всего, отрывками, поэтому не судите строго. Вот, смотрите, какая прелесть. Яблоня. Вот пион уже зацветает. Ну, как зацветает, уже бутоны набрались. Вот, скоро цвести будет. Ой, кстати, дорожку я сама делала. Вот тут, видите, еще не до конца. Тут она должна сюда продолжаться и туда. Пока не знаем, когда это все закончится. Но подробности вы можете посмотреть в моем ЖЖ. Ссылку я вам оставлю. Кому интересно. Вот. У нас такой небольшой сарайчик. Вот, смотрите, я тут в прошлый раз посадила укроп. Ну, пока вряд ли еще что-то зашло. У нас тут раньше парник был, поэтому земля более-менее хорошая. А, не, смотрите-ка. Походу редиска. Видите, такой рядок маленьких каких-то проростков. Походу редиска зашла. Вот, так что тут я сейчас буду такую же вторую грядку делать. Мне еще надо салат, шпинат и прочее. Ну, опять солнце вышло. Смотрите, что, сколько у нас работы. По расчистке участка. Ну, вот. Это нас аконит синий. Вот мои любимые цветочки оранженькие. Вот один только расцвел. Остальные, видите, они как-то разрослись. Походу надо рассаживать. Но они все время так размножаются так, таким большим кустом. И есть еще маленький, но он тут уже походу совсем вымирает. Вот он. Он желтенькими цветочками цветет. Вот.
Тоже красивый цветок с желтыми цветочками. Нравится, что листья у него красные, такие яркие. Да, смотрите, как потемнело. Наверное, сейчас дождь пойдет. Вообще не к месту. А там немножко голубого неба. Хотя тучи оттуда идут. Ну, может, и мимо пройдет. Не хочется дождя. Вот. Я тут заготовки делаю. Видите, эти с прошлого года. А люпины размножились, насеялись. Вот я их так собираю и потом буду измельчать лопатой. Вот в такую мелочь. Ну, это, знаете, как замена, или даже не замена, альтернатива навозу. Так, у меня сели батарейки. Начнем сначала. Вот, смотрите, это заготовки делаю, альтернативу навозу. А, люпины сейчас размножились. Не путать с пионами. Пионы — это цветы. Люпины — это, ну, трава. Вот, ботву собираю и измельчаю их ее лопатой. Мелко-мелко. Но сначала просто секатором режу, а потом уже измельчаю лопатой. И вот буду лопатой измельчать. И получится вот такая мелочь. Потом можно класть под кусты, деревья, подкармливать. И вот так вот мы просто туда-сюда измельчаем. Как бы рубим зелень лопатой. Ну, у меня, знаете, садового блендера нету, поэтому приходится как так. Видите, оно и в объеме уменьшается, то есть люпин дает сок и плюс измельчается. Вот, и получается такая мелочь совсем мягкая и сочная, которую можно класть подо что хотите. Вот. Ну, я сейчас не буду доделать, потому что дождь, походу, собирается. И это не очень айфа. Какие тюльпаны цветут уже третью неделю. Этот фиолетовый прям вообще обалденный. Был еще такой желтый, но он очень быстро завял. Вот такие маленькие маргариточки. Махровые. Примула еще цветет. Примула, кстати, вот, вот эти два кустика, они розовые. Они уже отцвели, они ранние. А вот оранжевые, они еще цветут. И еще у нас есть желтая примула. Вот она. Нежная-нежная розовая. Ой, нежная-нежная желтая. И еще есть розовые примулы такие. Цветочки у нее необычные. Вообще не думала, что примула может быть такая. На ромашку похожа. Вот. Хотя тоже примула. Смотрите, листики не. Ну, такой вот сорт. Не махровый и вообще не похож на примулу. Хвосты. В прошлый раз только-только вышли из земли. Сейчас уже, смотрите, какие. Вот. А это у меня голубая хвоста. Но так как ее нужно в тень сажать, тогда она будет прям синяя такая. А у меня здесь солнечная сторона. Ну, хочу пересадить ее за дом с другой стороны, где северная сторона, и там она будет как раз. И будет синий свой цвет выдавать. То, что надо.
Вот, это кто не знает, шиловидный флокс. Есть еще такой же голубой. Сейчас покажу. Это вот розовый, и такие еще есть белые, но они у нас, походу, пропали. А вот они. Голубой шиловидный флокс. Смотрите, какой маленький, нежненький. Вот, а листики у него вот они. Вот эти. Вот так цветет. Красивенько. Ну, в этом году как-то выродился. Вот, а еще давайте покажу вам черные тюльпаны. Ни у кого-то, у соседей нету, а у нас есть. Ну, они, как видите, не совсем черные, они скорее темно-темно-фиолетовые. Вот такие вот красавчики. А еще есть такой желтенький, но он один всего лишь. Получился. Видите, тут много их сидит. А цветет только один. Такой вот изящный красавец. Эти уже гиацинты отцвели. Вот еще примул цветут. Ой, смотрите, какая у нас тут образовалась земляничная поляна. Раньше не было. Ну, сами приползли усиками. И размножились уже, цветут вовсю. Вот лилии мамины. Думаю, что тоже земляники в этом году будет, ух, много. Да, погода совсем испортилась, и поднялся ветер. И моросит дождь, да. У меня мама ушла на собрание. Походу, не будет никакого собрания, потому что поднялся ветер и дождь очень сильный. Честно говоря, вообще мокро. Я сейчас собираю инвентарь. Вот вилла тоже тут оставила. Тоже их заберем. Поставим сюда под навес. Ну, тут более-менее сухо. Вот. Смотрите, какая хреновая погода. Вроде голубое небо с одной стороны, с другой стороны огромная серая туча. Вот такая вот. Похолодало, очень холодно, ветер просто жуть. И начался дождь. И ветер, очень сильный ветер. Вот так меняется погода. Я вам скажу, смотрите, как деревья клонятся. Только что было тихо. Вообще никакого ветра. Смотрите, какой прям ветер жуткий. И только что светило солнышко. Вот только что, буквально минут 5 назад, было солнце и было вообще жарко. И сейчас такая фигня. Ну... это за город. Здесь погода меняется. Просто ужас, вот глядите. Кошмар. Холодно очень. Хотя, смотрите, тучи идут с... даже не знаю, с какой стороны, с восточной стороны. Ну, да, скорее с восточной стороны. И вот такая вот, вот такая ересь.
А слева, видите, голубое небо, кусочки голубого неба. А это огромная туча, которая наплывает. И смотрите, какой ветер. Очень-очень сильный и очень холодный. Вот так у нас меняется погода. Хотя только что была жара. Ну, надеюсь, ливня не будет, хотя затянуло вообще все. Вот, вот там вот над лесом кусочек голубого неба. Ну, тут, наверное, вам белым отсвечивает, но не знаю, будет видно, не будет видно. Вот маленький кусочек голубого неба и все. А остальное все вот это вот серая туча. Ну, что-то мне подсказывает, что собрание отменили. Потому что народ возвращается обратно. Давайте на этой не очень позитивной ноте закончим. Если погода наладится, буду снимать дальше. Вот, и покажу вам еще что-нибудь интересненькое. Так, ну, народ, смотрите, погода наладилась вроде. Сейчас у нас воскресенье, где-то около 3 часов дня. Вот, опять же, вон там справа виднеется голубое небо. Оно как раз оттуда на нас наплывает. Было все гораздо хуже, и шел дождь буквально минут 15-20 назад. Вот, и сейчас видите, так вот, такие какие-то снежные облака зимние. Так, я прошлась после дождя и обнаружила ходы медведок. Вот, сейчас вам покажу их и покажу, что мы будем с этим делать. Так, комаров просто немерено. Так, вот. Смотрите, здесь я уже расковыряла. Это у нас Анютины глазки, и там ходы. Вот. Здесь сейчас не очень видно. Я уже просто наковырял тут. Клала гризли. А вот, видите? Комаров просто. Вот, видите, треснутая земля и такой ход. Вот он, ход зигзагом. Идет вот зигзагом, зигзагом. Где-то он выходит на поверхность, и там появляются трещины. Вот еще, смотрите. Вот просто. Ход медведки. Это там, где она выползала на поверхность земли. И там вот треснула земля. Вон дырка огромная виднеется. Вот, и сейчас мы... У меня есть вот такая штука. Она выглядит похоже на кошачий корм. Такие штучки. Вот. И сейчас мы будем так делать. Фу, боже, комаров просто ужас. Мы как бы подковыриваем. Нам нужен ход. Вот. Мы раскапываем ход. Берем немножко этих штучек и прям туда сыпем. Вот. И закрываем, как будто так и было. Вот. Ну и также делаем в других местах. Смотрим, где ходы были. Где могли бы быть ходы. Ну, тут, кстати, видно, что большая дырка. Комаров просто ужас. Сколько, как будто они, блин, я не знаю, откуда вылезли эти комары. Как будто мы возле пруда. Находимся. Просто очень много комаров. Я, блин, к такому не была готова. Вот. Ну, тут, в принципе, ну, тут еще можно посмотреть. О! Тут, смотрите, прям провалилось. Наверное, самый ход попали. Так, можно побольше прям туда вот в разные отверстия. Вот она нажрется этого и подохнет.
Так. Блин, комары за жопу кусают просто. Вообще ужас. Причем самое поганое, что это, конечно, нужно делать сухую погоду. Но поскольку сейчас на мокром стали видны эти ходы, то надо как бы сейчас поймать момент. Так. Вот. Ну вот, вот так вот это делается у нас. Вот. В принципе, пока момент поймали, напихали везде. То есть я, в принципе, напихала этого грязика везде, не только именно на этой клумбе.